конечно, то, что в этом году это региональный этап, это большой праздник для всей системы среднего профессионального образования. Дело в том, что с 2010 года это пока был региональный наш конкурс. Мы в Вологодской области никогда не прекращали вот эту работу по отбору самых талантливых педагогов, по повышению престижа профессии мастера производственного обучения, преподавателя средней профессиональной школы. И, конечно, у нас работают замечательные педагоги, нам бы хотелось их отметить. География конкурса на уровне Вологодской области охватила все 26 подведомственных департаментов образования профессиональных образовательных организаций, 52 участника. Сегодня мы награждаем наших коллег, 27 лауреатов данного конкурса. Наши педагоги, мастера производственного обучения в период проведения конкурса продемонстрировали наилучшие практики преподавания, профессиональных навыков, наиболее такие интересные технологические подходы. Данный конкурс еще значим потому, что наши студенты конкретно имеют возможность подпитаться, имеют возможность взять на себя те профессиональные навыки, которыми обладают их педагоги.